Я счастлив, что у меня есть компьютер, гарнитура, наушники с микрофоном и Майнкрафт лицензионный. Написано желтыми буквами. Также попробуйте проект Zomboid. Наверное, какая-то игра. Я в нее, наверное, никогда не поиграю. В реальной жизни сейчас я жарю себе жарю морковку. В масле, если то, жарится она. Так, на чем я остановился? Уголь копал. Ну, покопаем уголь дальше. Копаем уголь. Моя цель на сегодня... пару часов я имею. Мне нужно найти алмазы. Сколько-нибудь алмазов. И уже комнату зачарования сделать. Для зачаровывания. Зачаровать надо некоторые предметы уже. Или хотя бы подготовить библиотеку. Так, покопал. Здесь пошел туда. Железная кирка у меня есть. Ой, камни. Что-то у меня камней много. О, опять торговец. Что-то он мне ко мне часто наведывается. А что такое? Странно так. Чиселет. Так, спрячу. Как это выглядит? Ай, неважно, как это выглядит. Я это сделал. Ага. Что тебе, торговец? Я ухожу в подземелье. Тук, так, это лишнее, это лишнее, лишнее. Лишнее. Так, ладно, это пока я с собой не возьму. Сейчас буду копать много. Так, это тоже не возьму сейчас. Пум. А, ничего не возьму. Буду только копать. Кирка железная есть, лопата есть. Меч две штуки. Хлеб не нужен, полно. Все, пошел. В подземелье. Которого еще нет. Я создам подземелье. Итак. Запишу на бумажке. Координаты. Координаты этой точки. Сейчас запишу координаты. Чтобы выйти сюда. F3. Нажимаю координаты. Бумажка где у меня? Не могу найти бумажку подходящую. Так, это что? Отстой. Итак, блок 182. 182. 212. Написал на бумажке. Не знаю, чтобы в эту точку можно было вернуться. Всегда. Так, ну что ж, дальше копаю. Пум-пум-пум. До коры земной. О, лестницу я с собой взял? Лестницу я с собой, можно сказать, не взял. Ну ладно, сколько есть, использую. Ладно, в лаву не упасть, в пропасть не провалиться, к пещерным паукам не попасть на обед. Они меня быстренько на ноль помножат. Железо. Железо нужно добыть. Оно полезное. Ископаемое. Ой, у меня же морковка жарится. Надо за ней следить тоже. Так.
Ну, как много у меня железа сейчас будет. Супер. Пошли дальше. Железо я накопал. Сколько получилось? 8 блоков железной рубы. Руды. Немного. А чё же я... А, тут... Еще 7 блоков в высоту могу, в глубину могу уйти. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И кирка сломалась. Какое совпадение. Пошли. Там лестницы нет. Лестницы больше нет. Оу, тихо, не падать, не спрыгиваем. Какая глубина у меня? 22. Высота 22. Вот коры. Ой, у меня же морковка.
ты замыл? Ёпта, только макушку. Ух ты, не добавил. Ладно. Следующий же я добавлю. Чеснок не добавил. А-а-а, нет времени. Хочется поиграть. Охапка дров, и плов готов, как пелось в песне, в сказке сектора газа. Все, пришел. Лестница есть? Эй. О, лестница есть. 30 хватит. Оп! Слетел с лестницы, чтобы быстрее спуститься. 22 блока высота у меня. Количество лестницы хватит. Лестницы достаточно мне будет. О, кол. Каменный уголь. Charcoal. Charcoal это каменный уголь, а кол это просто... Что я говорю? Charcoal это... Charcoal... Это древесный уголь. А кол — каменный уголь. И так я и не вижу красной пыли. Уже пора увидеть. Тишина подозрительная до самого низу. Так, хоть бы моя яичница с морковкой не сгорела. Не забыть о ней. О, все. Я дошел до конца мира. Этот камень нельзя уничтожить. Он называется... Как же он называется? Я забыл. Бедрок. 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 Называется. Коренная порода. Нельзя взорвать, сломать. Только в режиме креатива можно. В режиме выживания нет. Все. Это я все буду копать. Все-все. Каждый блок. Каждый блок копать. Так. Так. А не готова ли моя яичница? Все, я в Майнкрафт поиграл, буду сейчас обедать. Обед, переходящий в ужин. Может быть, кино буду смотреть, не знаю. В общем-то, время я убил свое. О, красная пыль. Ладно, найду, может, алмазик сейчас. Даю себе 15 минут. Даю себе 15 минут. Чтобы что-нибудь хорошее откопать. Ой, на чем мне меч? Красная кирка. О, золото нашел. Красный камень нашел. Красная пыль. Красную пыль нашел. Золотую руду нашел. Как замечательно. Все-таки у проводных гарнитур есть один недостаток. Провод ломается. Отрывается. Нужно что-то другое. Беспроводная есть гарнитура, надо беспроводную. Я к такому выводу пришел. Так, здесь алмаза нет. Опа. Там нет нигде. Восхитительно. И, а как мне отсюда выбраться?
Как мне отсюда выбраться? Вот так. Ой, красная пыль. Ну, ее надо выковырить оттуда. Ой, здесь нужна железная кирка. Чуть не забыл. Чуть не сломал красную пыль. Чтобы добыть, надо ее железной киркой копать. Иначе, если каменной киркой ее ковырять, она просто исчезнет. Что там? Понятно. Не, где я вообще нахожусь? А, вот где. Не, я ищу алмаз. Сейчас алмазную руду. Где же она? Где же она? Как же ее найти? В этом подземелье. Здесь надо максимально вверх уйти. Опять кирка сломалась. Может, тут найду. Может, тут найду алмаз? И тут не нашел. Может, тут найду? Так. Ну, это рутина. Просто труд. Труд. Рутинный. Копаем больше, копаем дальше. Вот она, алмазная руда. Как замечательно. Вот это мне повезло. В первые минуты игры я нашел алмазы, за которым я погружался в эту бездну земельную. Красивая алмазная руда. Самый редкий, самый ценный минерал в игре. Изумруды не особо ценные. Хоть и редкие. Два блока вижу. Алмазная руда. И жалко, нет кирки на удачу. Пригодилось бы. Но нет и нет. Ой, ты... Телефон надо поставить на зарядочку опять. Порядок. Классная музыка играет. Громкая такая. Расходная. Опять кирка сломалась. Быстро ломать кирка. Оп. Ну все, пожалуй. На этом кирка сейчас сломается. Я сохранюсь здесь. На этом. На этом этапе.
Ну, не жирная, не жирная, да. Не очень много я получаю. Всего лишь 4 блока вижу. Алмазных. Алмазной руды. 4 блока алмазной руды. А под ними нет ничего. Сейчас посмотрю. Сейчас кирка сломается. Ой, как неприятно. А, вот еще одна есть. Нормально. Не. Вот, все, больше нет. Только 4 блока алмазной руды. И они мне дадут 4 алмазика. Один. Ой, опыт еще. Опыт еще. Два. Три. Эх, была бы удача еще. О-о-о. Новое достижение. Новые рецепты. Достижения и рецепты. Прекрасно. Ну, что я с этими 4 алмазами буду делать? Надо идти. 4, наверное, мало. Сынок их сейчас истратит на что-нибудь, на какую-нибудь ерунду. И останусь я без этих 4 алмазов. Какой-то музыкальный блок построит. Ладно, покопаю, пока кирка и не сломалась. Копаю еще. И начну уже. Сохранюсь, пойду уже обедать. Не отжимался сегодня. Ой, надо поотжиматься пойти. Так, туда покопаем. Все, сейчас кирка сломается и сохраняюсь. Буду смотреть «Звездные войны». Скрытая угроза. Не досмотрел эпизод номер один. 99-го года выпуска. Я в 99-м году вышел из армии. Освободился. Не демобилизовался, как это говорят. Освободился. Это заключение. Трудовое рабство. Работаешь, работаешь. Кормишь этих всех. Бенефициаров. Бенефицианты. Бенефициары. Вот, золотая руда. Что из золота полезного делать? Ну, не особо много чего полезного из золота можно сделать. Но кирка из него, наверное, очень быстрая получится. Обсидиан копать золотой киркой надо. Что ж я до этого не додумался? Не алмазный, а золотой. Золотая кирка быстро копает обсидиан. И золото особо не на что тратить. Да, железная кирка быстрее копает. Но стоит. Она стоит железа. Железо расходуется. Железо гораздо реже встречается, чем камень. О, скелета слышу. Трясет своими костями. Все. Поднимаюсь и сохраняюсь. Ой, так нельзя. Так, хлеб есть не могу. Каменный уголь. О. Это что?
что у нас? А, это тоннель к острову. Все подписано. Как интересно все. Там на острове у меня сахарный тростник растет. Торговец этот мешает своими звуками. Ну ладно. О, 4 алмазика сложу. Красный пыль. О, почти стек. Красный пыль. Золотая руда. И остальной хлам тоже скину ненужный. Ой, мне стекло совой. Глаз. Глаз. Так это тоже пока не надо. И это особо не надо. Нет. Надо, не надо. Не надо. Посмотрим торговца. А, чего на него смотреть? Все, сохраняюсь. Звук. 69 уровень громкости. Все. Дентал. Free Dental. Дентал это что, зубной... зубной врач, что ли? Лечение зубов? Может быть. Free Dental. Останавливаю запись.